ответ будет примерно таким же, как и на первый вопрос. Я особенно ничего не могу привести в качестве примера, потому что таких примеров, в общем-то, и нет. Недалеко от того места, где мы с вами разговариваем, открыт памятник Первой мировой войне возле Белорусского вокзала. Но это единственное, что мне приходит в голову. Я не слышал и не знаю ни о каких других свидетельствах. Первая мировая война, я боюсь, что даже больше является предметом для, скажем, старого советского кинематографа или для литературы, которая писалась прежде, да, естественно, на ум приходится Солженицын с его эпопеей. Сегодняшняя российская культура, что еще показательно, мне представляется, не замечает или отворачивается от Первой мировой войны, и мне кажется, что это один из тех примеров, когда общество, то ли в силу увлеченности сегодняшними проблемами, то ли в силу неразвлечения вот этого прошлого склеившегося гражданской и первой войн, не готово работать с той травмой, которая, безусловно, существует, которая была нанесена Первой мировой войной. В общем, государство перестало в том виде, в котором оно было, перестало существовать. Но эта травма игнорируется, работа с ней не происходит. И здесь мы видим вот то самое наслоение разных способов фигуры молчания, которые существуют и по поводу Первой мировой, затем идут, так сказать, неразобранность, непроанализированность, неотрефлексированность большого комплекса проблем, связанных с гражданской войной. Ну и дальше все понятно, то, что связано с приходом коммунистов к власти и периодом репрессий Второй мировой. Все это, так сказать, отложено в сторону, не то чтобы забыто, да, но это не является предметом общественной дискуссии, общественного внимания, и, как следствие, эта незалеченная рана распространяет инфекцию, и это та болезнь, которую мы наблюдаем сегодня.